Надежный тыл, поддержка фронта. В Хакасии сегодня два десятка волонтеров впервые удостоены награды «Все для победы» от Народного фронта. Церемония награждения состоялась на сцене ГЦК «Победа», что весьма символично. Среди тех, кого отметили, самые разные люди, объединенные неравнодушием к родине и к нашим героям на передовой. Представители бизнеса и культуры, главы муниципалитетов и просто пенсионеры. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то собирает гуманитарную помощь по заявкам бойцов, бесплатно ремонтирует автомобили для СВО, организует сбор средств или вкладывает собственные деньги. По указу президента в знак признательности Народный фронт учредил индивидуальные нагрудные знаки «Все для победы». С учетом количества активных волонтеров, это лишь первая, но не последняя церемония. Решается не только судьба СВО, решается судьба мира, решается судьба России, решается наша с вами судьба. Ну, не можем мы, наверное, по-другому, только все вместе, только все разом, только так можно достичь победы. Людей в нашей республике, которые постоянно помогают, очень много, да, и за раз их невозможно всех наградить, поэтому мы еще будем награждать и вас приглашать, чтобы как можно больше людей узнали о тех, кто вот уже третий год стоит плечом к плечу с нашей страной, с нашими бойцами.